человека на дорогу. Сегодня в конференц-зале правительства состоялась пресс-конференция, приуроченная к старту в степном регионе социальной кампании «На встречу безопасности». Данная программа обращена ко всем категориям участников дорожного движения. Отдельное внимание будет уделено детям и пожилым людям. Кроме того, в очередной раз всем напомнят о правилах использования общественного транспорта и планировании организованных детских перевозок. Акция проводится в рамках реализации федеральной программы повышения безопасности дорожного движения при поддержке Госавтоинспекции России и экспертного центра движения безопасности. Как пояснил в Рио начальник Госавтоинспекции Калмыкии Галимжан Нурнахамбетов, в республике наблюдается снижение количества ДТП с участием детей. За 7 месяцев произошло 30 аварий, в которых один ребенок погиб. Основное внимание сегодня необходимо уделить детям, как будущему поколению водителей и пешеходов. Крайне важно обеспечить функционирование системы непрерывного обучения основам дорожной безопасности, начиная с семьи, школы. И данный проект вносит неоценимый вклад в развитие грамотности населения в части, касающейся дорожной безопасности.